Ярмарки по поиску работы для учащихся в Севастопольском центре занятости проводятся многие годы. А вот форум «Карьера плюс» впервые. В 2018-м вышли за формат привычных ярмарок. Добавили презентацию учебных заведений, рассказали о перспективных направлениях, организовали площадку дискуссий для студентов и работодателей. Мероприятие в качестве молодежного форума «Карьера плюс», которая как раз и даст возможность на сегодняшний день определиться, какие существуют проблемы, как можно оказать помощь молодежи, как можно их прежде всего заинтересовать. Большое внимание участников и мастер-классам. Учат, как правильно искать работу и составлять резюме, дают рекомендации по собеседованию. А в мастер-классе построения успешной карьеры участвуют психологи, предприниматели и бизнес-тренеры. Обучают через интерактивные игры, индивидуальную работу и мозговой штурм. Эти мастер-классы, они настроены на то, чтобы ребята задумались, чтобы ребята попробовали составить то или иное мероприятие, услышать те или иные требования живого работодателя, который потом будет принимать на работу. Они приходят с реальными резюме. То есть это форма деловой игры. Каковы ваши видения направленности того или иного формата? Андрей Чернышов, студент 4-го курса Севастопольского госуниверситета. Уже работает, но хотел бы устроиться по специальности и стать программистом. На форум пришел, чтобы лично пообщаться с работодателями. Посмотрю, что как, чтобы понять, определиться с будущим местом работы и просто чтобы знать, куда в случае чего идти, куда подавать резюме. Среди гостей форума и компания-победитель конкурса «Лучший работодатель Севастополя» в 2017 году. Ее сотрудники знакомят с предприятием, рассказывают о зарплате, полномочиях и корпоративном отдыхе, дают рекомендации по построению карьеры. Такие форумы, конечно, помогают нам найти новых сотрудников. У нас на предприятии работает более 1000 сотрудников и, конечно, очень много молодежи. Приходят ребята после колледжей, после институтов, некоторые даже после школы. И такие форумы дают живое общение работодателя и потенциальных работников. 21 февраля в 14 часов во второй день форума в холле Центра занятости Народнева 40 начнется ярмарка вакансий. Ждут всех, кто находится в поиске работы. Свои предложения представят порядка 20 компаний. А в 15 часов на базе библиотеки СИФГУ на Университетской 29 откроется дискуссионная площадка студентов и работодателей. А о востребованных в городе профессиях узнали подробнее Юлия Бауськова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя.